Да пребудет с тобой Господь. Ты можешь исповедоваться в своих грехах. Простите меня, отец, ибо я согрешил. Сколько времени прошло с твоей последней исповеди? Это было давно. Неважно. Продолжай, расскажи о своих грехах. Отец, возможно ли, что при каких-нибудь обстоятельствах вы расскажете кому-то о том, что я вам скажу? Нет. Тайна исповеди не нарушается. Это между тобой, мной и Господом. Это хорошо. Хорошо, отец. Отец, я давно не был в церкви. Боже, не думал, что это будет так тяжело. Не торопись. Не торопись. Отец, сегодня утром я убил человека. Ты убил человека? О чем ты говоришь? Как ты его убил? Вы это видели? Уходи! Уходи! Убирайся! Полагаю, моя исповедь окончена. Если ты убиваешь людей, можешь забыть про католическую церковь. Я католик, отец. Тогда ты должен знать, что не будешь прощен за убийство. Это я уже понял. Тайна исповеди. Вы не можете об этом рассказывать. Ты оскверняешь святую церковь, чтобы спасти свою шкуру? Я мог закрыть вам рот пулей. Почему ты этого не сделал? С меня хватит убийств. Послушай, я должен поговорить с тобой. Мне больше нечего сказать. Да, исповедь — это примирение. Это прощение. Отец, я не прощу никого меня простить. Я знаю, что я сделал. Этого не изменишь. Ни один человек не может проклинать себя. Только у Бога есть это право. Я предоставлю это Богу, отец. Бог уже замешан в этом. Ты не забрал мою жизнь на кладбище. Чего стоит жизнь свидетеля? Вы в безопасности. Понятно. Бог отдал мою жизнь в твои руки, верно? Вы в безопасности. Ваша смерть не запятнает твою бессмертную душу? Я хотел сказать совесть, отец.